Украинская делегация во главе с Николаем Азаровым находится в швейцарском Давосе. В частности, премьер-министр Украины встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьорндом Ягландом, а также с представителями компаний Shell и Mittal Steel. В Давосе Николай Азаров говорил о последних событиях в Киеве. Правительство крайне обеспокоено их развитием и осуждает любые антиконституционные действия и призывы к вооруженным восстаниям, которые, по мнению премьер-министра, исходят от узкого круга экстремистов. Против нас действует не оппозиция, а боевики. Это надо разделять. Самая настоящая попытка государственного переворота осуществляется. И все, кто поддерживает этот переворот, должны четко сказать, да, мы за свержение законной власти Украины, а не прятаться за мирные протестующие.